Ульяна, но это нечестно вообще-то! Нечестно абсолютно! Это не битва, это так просто избиение Ланы, потому что у меня это есть... Всем привет! Всем... Так, подожди, я видела Лану! Лана! Всем привет, друзья! А мы тут продолжаем играть в прятки в разных играх. На этот раз у нас Among Us. Привет, ребята! Привет! 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 Да, прятки в Among Us — довольно прикольная идея. Мы сейчас проверим, насколько далеко вообще можно давать видеть предателю, чтобы, ну, он не постоянно находил и убивал нас, и будем выполнять задания во время пряток. О, я думаю, должно быть интересно. То есть это будет анти-Among Us, мы будем сразу знать, кто предатель, а он просто будет пытаться нас поймать. Ну, получается, так. О, да. Ну что, давайте. Так, и кто у нас будет предателем? Я член экипажа. И я. И я член экипажа. О, так. Ульян, ты вообще сильно видишь? Вот до какого момента, вот ты сейчас стоишь, до какого момента ты сейчас видишь? Нет, встань на ту точечку. Ну, у меня тут такая штуковина, знаешь, так, как смотри, будто ладно. На меня... О, сейчас я вижу кусочек твоего имени и все. Была Ева, но она убежала. Ага. потому что очень... О, слушай, так это прям вообще маленький какой-то радиус. Ну, хорошо, давай попробуем так, но это будет очень сложно. Так, давай, мы убегаем и, в принципе, можешь начинать нас искать. Все, поехали. Да, даже не считая до пяти, да, просто беги. Ищи. Просто беги. Ну, конечно, самоуверенно, ну да ладно. Главное ничего не пропустить. Так, потому что это будет очень забавно, когда я буду мимо вас пробегать и не найду вас. Так, да, надеюсь, ты пробежишь мимо меня. Я даже специально зигзагом даже иду вот так вот, зигзагом. Забавно смотрится на самом деле. Такая Ульяна просто мимо меня прошла только что. Ну вот, я об этом говорю. Кошмар. Ой, я же могу вот эту штуку использовать. Какую штуку, Ульян, какую штуку? Я, кажется, знаю, какую штуку. Вентиляцию, а вы что подумали? Саботаж? Да, я тоже об этом подумала. Так, вижу кого-то, вижу кое-кого, вижу, причем не одного. А ну-ка, здравствуйте. Всем привет, всем привет. Так, подожди, я видела Лану. Лана, стой. Так. Где ты? Я ведь так. Ну привет, ладно. О, Ева! Ёши! Слушайте, ну вот это, конечно, да. Вот это. Так, налево. Так, я задание выполняю. Ладно, как будто комар пищит. Я вижу ушки. О, нет! Так, уже не вижу. Я специально бегу даже зигзагом. Да что ж такое? Ну все, я, кажется, потеряла. Я потеряла Лану. Господи! Что? Где? Где ты? Ты видела меня? Ты здесь? Нет. Слушайте, по-моему, вообще слишком маленький радиус видимости. Это вообще кошмарно как-то. Может, я просто невнимательная, не знаю. Может, у нас просто небольшой, я не знаю, пинг разный. И я просто прям мимо тебя пробежала. Так, ну а наша задача все-таки быстрее сделать все задания. И чтоб Ульяна нас не нашла, правильно? Ну, конечно, потому что Ульяна... Я задание выполнял! Нет! Ёши, ку-ку! Нет! Привет! Я был так близок, в смысле? О, нет! Так, кажется, Ёши прикончили, да? Меня прям внутренний голос прям вот направил в эту сторону. Кошмар! И да. Как? Вот такие дела. О, боже! Вот такие пироги. О, слушайте, мне нравится. Это очень круто. Нет! Несмотря на то, что у меня очень маленький радиус, ну, видимости, это очень весело. Так, Ева, ты, наверное, пошла в другую комнату, да? Не знаю, куда я пошла. А, тут закрыто. Тут вроде бы никого нет. А, Лана, ты еще жива. Я жива. Я думал, тебя уже убили. Да, я не успела догнаться за Ланой. Я просто орала, а так я жива. Просто орала. Слушайте, а можно вообще использовать саботажи всякие и прочее? Ну, я думаю, что, наверное, да. Ой, ну, хорошо. Я учту. Слушайте, а я совсем не учла, что у вас тут... Опа-на! Очень много заданий выполнено. Я решила воспользоваться, но почему бы и нет? О! Ева, привет! Нет, что? А я смогу тебе вот так вот... Смогла! О, я победила? Да! Это было легко. Но, к сожалению, тут нельзя найти всех, получается. Кто-то один все равно останется в живых. Но, как бы, поражение поражением. Это все равно считается. Ну да. Слушайте, я все задания сделал. Я старался, чтобы вы я выжили. Я не успела я сделать, не успела Ульяна доделать. Со мной пол игры гонялась. Ой, Ульяна, а что ты посинела так, как-то? Так, опять я синяя? Да почему? Не знаю, ну как-то само собой меняется. Так, ну что, едем дальше? Знаешь, Ульян, некоторые предательски краснеют, а ты синеешь. Ага. А может, сделаем обзор членов экипажа чуть поменьше или нормально? О, да, это хорошая идея, это хорошая.
хорошая идея, я согласен. Так, обзор членов экипажа сделан чуть меньше, а обзор предателя точно такой же. Оставляем или все-таки больше? Да, давайте такой же. А, все окей, тогда поехали. И я думаю, что давайте с каждым раундом уменьшать дальность обзора членов экипажа. Давайте. Это будет жестко. Ну, зато интересно. А еще я рекомендую не говорить, кто предатель, да и чтобы было еще интереснее. Не, ну это уже не прятки тогда. Нет, это как-то очень странно на самом-то деле. Так, я не предатель. Я не предатель? Ха-ха-ха. Маленький дьяволёнок в деле, это я. В смысле, опять, Ульяна? Опять. О, да. Так, ладно, окей, мы готовы, мы готовы. Можешь начинать нас искать. Иду. Кстати, честно говоря, дальность особо вроде бы не изменилась, как будто. Да, как будто сильно не поменялась. Странно, ну да ладно. Так, Ульян, давай теперь ты меня не будешь убивать так внезапно. Ев, ну привет, Ев, ну нет, подожди, нет, Ева. Нет, не успела. Мне кажется, я смогу тебя убить. У меня длинные руки, видимо. Можно как-то изменить дальность убийства? Есть такое? О, да, есть. Вот, кстати. О, ну, тогда, наверное, будет интереснее как раз-таки уменьшить ее. Так, хорошо. Ну, мы с каждым раундом все больше учимся, все больше понимаем, как сделать лучше, так что, да, в следующем раунде сделаем так. Так, ну, с Евой мне это повезло, а вы где? Как вас найти? Ну, так мы тебе и сказали, конечно. Так, я надеюсь, ты нас никак не найдешь, я тут занят, делишки делаю свои, а что я такое? Я тоже, у меня очень-очень важные так, дела. Так, я надеюсь, тебя здесь нет, пожалуйста, пусть тебя здесь не будет. Нету там никого. Так, отлично, аккуратненько. Ёж, я твой телохранитель. Так, что-то там подозрительно как-то здесь двери открывались, надеюсь, здесь нет никого рядом. Ой, привет, Ёши! Ёж, привет! Так, подожди, куда, сюда, налево, направо, куда, вперед. Ну все, я упустила Ёши. Да ты не только как бы, ну да ладно. Илана здесь, ну все, вот это да, вот это вот у меня, конечно, провал был. Так, ну и куда идти, налево, направо, вперед? Не знаю. Так, мы тебе и сказали, вообще-то в этом главная фишка, чтоб не говорить. Так, я слышу, что что-то происходит, я рядом? Нет, ничего не было, Ульян, тебе просто показалось. Какой лось? Который пока. Вы опять почти, ой! Я испугалась трупа Евы. Еву? Внезапно это Еву получилось. Убили, точно. Да давно меня уже убили. Ну да. О, здорово, Лана. Ну что, здорово, я сделала все задания. А я тоже? Так, я близок к этому. Получается, остались только мои задания. Давай. Так, я вам помешаю. Саботаж! Какой саботаж? Так, минутку, как туда попасть? Что это такое вообще? Лана, что делать? Так, а, стоп, я... ты уже тут? Или как? Я тут, и это почему-то не работает, нам нужно другое. Ой, теперь исправить его. Нет, ладно. А он наверху. Так, мне кажется, я не могу ничем помочь. Ой, ну привет. Да нет! Ульяна нашла меня. Ой, как круто. Ну мы второй раз почти убегаем уже. Так, я меняю дальность атаки. Все, ничего не знаю. Да, дальность атаки поменьше. Игра, дальность атаки. Дистанция убийства близко. Была средняя, близко. Стала близко. Да, все верно. А супер близко есть? Нет, супер близко нет. Вообще, я хотела быть предателем, я тут даже ножик на голову надела. Да, но, видимо, Ульяна решила за тебя. Так, а дальность членов экипажа обзора, мне кажется, тоже надо поменять. Еще меньше? Да, чтобы было интереснее. Мы и так умираем, тебе вот не жалко вообще меня? Ну, ничего страшного, давай. Так, ну хорошо, поехали. Просто я тут так часто видела Ульяну пробегающую и могла быстренько завернуть в другой угол. Опять член экипажа. Член экипажа. Да в смысле? Да, сегодня мой день. Что? Как это вообще получается? Как вообще? Ульяна, ну это нечестно вообще-то. Нечестно, абсолютно. Ну, мне, в принципе, меня все устраивает, как бы. Я тут бегаю, убиваю, ох. Не зря я себе эти рожки дьявольские поставила. Правда, ой. Не, подожди, Ульяна. Все, ладно, можно было меня убивать, но... Не тронь меня, Ульян, не тронь. Я побежал наверх, Ульян, я наверх побежал. Ну да, я вижу. Как ты видишь меня? В смысле? Нет! Я хочу сказать, что я вижу твоего вот человечка. А! Так, я не смог. Я могла тебя сейчас убить! Вот это была моя ошибка, критическая ошибка. Как это? Подожди, почему моего пацана видно-то вообще? Ну, видимо, он тоже маленький предатель, Ёши. Почему я тебя сразу не убила? Пожалуйста, я спасибо. Тебя потеряла. Спасибо тебе, Ульян, большое спасибо за твое милосердие. Ну, все, больше пощады не будет, больше я не буду, больше...
Ева, привет! О, господи! Это, я не знаю, я считаю, это как-то нечестно. Ульяна была далеко, и все равно меня убили. Нет, там дальность самая маленькая. Нет, на самом деле, да. Вот Ёши я не сразу догнала. Да и не, в принципе, не догнала. О, да, я нашла тело Евы, могу сообщить, но не буду. Зачем я это сказала? Зачем сказала об этом, Лана? Я забыла, где я убила Еву, вы представляете? Тогда ладно, тогда хорошо. А призраки могут помогать? Ну, ты как должна выполнить все задания. В смысле, подсказывать, где убийца? Не, подсказывать нет, задание выполнять да. Ну что ж такое, я потеряла Лану теперь. Ищи Ёши. А где Лана была? Лана не скажет никому. А мне? Ну а тебе, Ульяна, кто услышит? Да, скажи Ёши, я же как бы... Так, я надеюсь, здесь никого нет, пожалуйста. Ульян, тебя же здесь нет? Ульян, тебя же здесь нет? Ну, а где ты имеешь в виду? Да, в каком именно месте? На балконе, конечно же. На балконе? Ну, мы понятно. На самом деле ничего не понятно, потому что я не могу вас найти. Слушайте, на самом деле, так игра обретает какие-то новые краски и становится очень страшно. Да. Лана. Так, Ёши, ты мне сделала сейчас подсказку. Ты смерти моей хочешь? Нет, это Лану. Я Лану испугался, не тебя. А, да? Да. Ну, ладно. Так, ну я еще не была вот в левой стороне, я пойду туда. Давай. Это ты сейчас так обмануть нас пытаешься, да? Я вот не знаю. Ах, ты хитрая. Хитрица. Ну, немножко. Лана, давай, stay strong, так сказать. Мы должны победить в этот раз Ульяну. Она безнаказанно убивает Еву который раз. Да. Отомстите за меня, пожалуйста. Ну, Ева просто как-то внезапно оказывается рядом. Ой. Я решаю воспользоваться этой возможностью. Бедная Ева. Ёши, сколько тебе осталось заданий выполнить? Последнее, Лана, последнее. Да в смысле? Или нет? Его! Лана, а ты успела сделать его? А, у меня было длинное задание, нужно было подождать. Я нажала, но... У меня не было такое задание, из-за которого не видно никого, но я пробегал, там никого не было. О, нет. Какой ужас, Ульяна, просто... Лана, мы почти выжили. Просто вообще, я не знаю даже, как это назвать. У меня почему-то не разделась. Безжалостная. Короче, я надела эти уши, потому что я тоже хочу побыть предателем. Так, а я, пожалуй, уберу Ёшика своего. Это значит, Ева мне будет мстить. Свою булочку в скафандре, так сказать. Да, кстати, он прям тебя совсем выдавал. Ёша, а ты сделаешь дальность обзора членов экипажа еще меньше? Лана, у тебя все хорошо? Скажи мне, ты мне ответь, пожалуйста. У тебя все хорошо? Ну, так нет, будет, мне кажется, будет дальше уже веселее. Дальше не стоит уже делать меньше, потому что и так, в принципе, видно. Например, Ульяна почти меня видела. Так ты точно хочешь, или все-таки, может, оставим эту? Ну, как хотите. Голосуйте, девчонки, вы за какую скорость, то есть дальность? Ну, я бы сделала меньше. Но мне кажется, так как у вас хотя бы будет какая-то фора, а то... Ну да, а то ты просто видишь и нажимаешь, ладно, Ёша, оставляй. Если что, оставим это на следующее видео, а ребят пусть в комментариях напишут, хотите ли вы увидеть вообще вот такой вот жуткий момент, когда никто никого не будет видеть. Да, так, а я нажал на старт. Просто прятки на ощупь. Прятки вслепую. Да. И... Я член экипажа. Ура! Ну нет. Ура! Уши не помогают, ребята. Так, девчонки, уходим. Так, я считаю до пяти. Видишь, какой обзор? До десяти. Особенно я. Что там? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, можно, да? Нельзя, Ёж, подожди, мы сейчас все задания выполним. А вы ж понимаете, что я буду пользоваться вентиляцией? Вы понимаете это, да? Конечно, ну да. Ну, мы будем внимательно смотреть на вентиляцию тогда. Давайте внимательно смотреть на вентиляцию. Я готов. Давайте. Минуточку. Что-то тут такое было. Здравствуйте. Добрый вечер. Я думала, мне показалось. Не показалось. Так, Ульяна, ты жива? Добрый вечер. Нет. Отнюдь. Что? Ты не жива? Да, Ёша достаточно быстро мне отомстил. Нет, она уже не жива. О боже. Так, ну зато ты можешь теперь в качестве призрака все посмотреть. Подождите, а я ведь могу исполнять свои задания, да? Да, конечно. И обязательно. Это нужно, чтобы мы смогли выиграть. А еще ты можешь видеть и, не знаю, подсказывать, потому что у нас-то обзор меньше, чем у призрака. Призрак вообще все должен видеть. Так, хорошо, я сейчас разберусь со своими заданиями. Ну, я предлагала подсказывать, но вы мне сказали, что нельзя.
Минуточку, я вижу тут кого-то, кого же я вижу здесь? Я пробежала мимо Ёши и уже не здесь. А кого же я здесь вижу? Здравствуйте, Лана, здравствуйте. Лана, как тебя убить? Где? Как тебя убить, Лана? Как тебя убить? Быстро или, так сказать, долго? Ты не можешь, ты еще не можешь меня догнать, ты сначала догони, а потом убивай. У меня уже есть иконка kill. Да, так это нечестно, слышите? Вообще-то честно. Ой, я вижу эту битву. Это не битва, это так просто избиение Ланы, потому что у меня есть кнопка. Это не битва, это он жертву загоняет уже. Лана, можно тебя убить? Можно тебя убить? Нельзя, Ёши, нет. А почему? Потому что нельзя, не убивай меня, Ёши, нет. Лана, у меня есть кнопка убийства, Лана, есть. Нет, он забежал за мной. Ах ты ж. Лана, осторожно, он воспользуется вентиляцией, Лана, так, осторожно. Так, а ну-ка, хватит подсказывать, это некрасиво вообще-то. Ладно, все, не буду. Не надо. Я должна же была как-то отомстить за месть. Нет, вообще-то нет. Ой, я тело Ульян нашел, здорово, Ульян. Привет. Ну, как бы я сейчас только из-за того, что, скажем так, по доброте душевной, я оставил вас в живых. Нам надо как-то с утечкой разобраться, да? Не можешь. Нет. Слушайте, Вот вы представляете, как сложно было бы играть с 0.25 у члена экипажа. Это было бы вообще нереально. Я считаю, что надо на 0.75 обратно возвращать. Да. Ну да, потому что и так всех ловит у нас, так сказать, предатель. Так, ну что, еще разок и закончим. Может быть, будет не я и не Ульяна. Ну, давайте. Давайте. Я, получается, возвращаю дальность видимости у игрока обычного, да? Ну, да, допустим. Ну, это будет сложновато на самом-то деле, потому что я абсолютно случайно видел, скажем так, в админской панели смотрел, где кто есть, и потом пытался как-то подловить в других местах. Ну, в общем, это будет сложно. Ну, не знаю, если бы я была предателем, я просто стояла в центральном коридоре и ждала бы, когда кто-то на меня нападет. Ну так не прикольно. Ну ладно, окей, давайте. Поехали. Член экипажа. Да боже, когда? Это я. Это ладно. Так, убегаем, ладно. Убегаем. Убегаем. Ой, слушайте, а так прикольно. Нравится? Отлично. Да. Вот, очень хорошо, что тебе нравится. Так, главное, смотрите, надо бегать мимо вот этих вот люков, потому что Лана может появиться возле них. Ой, спасибо за подсказку. Ульян, ты чё пугаешь? Ой, извини, пожалуйста. Ой, какое задание странное, я его впервые вижу вообще. А какое? Ну, такое, необычное, я бы сказал. Да, интересно, довольно интересно. Интересное задание. Ульяна, что тебя? Я забыла, что ты не предатель, что ты меня так пугаешь-то, ну. Ты вообще пугаешь меня, блин, малина. Ой, я аж сердце остановилось. Да как это? Я сразу убила Ёши и сразу нажала на кнопку за страха. Ой, ну ясно. О, понятно, Ульяна, так. Ульяна! Боже мой, у меня сейчас сердце просто схватило. А ты представляешь, как у меня? Так, а где у нас тут Лана? Ну, она только что была в вентиляции. Ой, кажется, я что-то видела. И да, тоже кое-что видела. Я вот не знаю, куда то, что я видела, отправилась. Привет, Ева. Боже, нет! Так, ну что, она еще не может убить, убегай куда-нибудь. Вообще-то Ева, я могу, убегай. Я уже все могу. А, можешь? Я не понимаю, как выполнить это задание. Там сейчас Еву прикончит, Ульян. Никакого задания. Ой, не надо Еву приканчивать. В смысле не надо? Я вижу ее пятки, я вижу ее. Ева, все, Ева, ты не выйдешь отсюда. Ева, я буду здесь стоять, ты просто не сможешь выйти из комнаты. Подожди, у меня тут задание. Ну, давай выполняй. Я постою, подожду. Короче, Еве конец, ребят. А сколько у тебя осталось заданий, Ева? У меня 4. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что-то видела? Я тут Еву караулю, между прочим. Так. Нет, я просто за Еву очень переживала за Еву. Вот, поэтому вот так вот среагировала. А так я тебя совсем не видела. О, да. Совсем не палишься. Ну, как могу. Ева, что, Ева убежала, что ли? Да. Да ладно! А все, а нет Евы. Так, осторожненько, аккуратно. Она в люк упала! Осторожно!
Осторожно, следите за люком, следите за люком, следите. У меня еще такое задание опасное прямо возле люка. Не надо! Это хорошо. Ты что? Ты же умрешь. Ну, их же тут много. О, Ева, а я тебя не видел. В смысле? Ну, сначала я специально сказал, чтобы как бы Лана не поняла, что ты ушла или не ушла. А Ева на самом деле не ушла? Даже не знаю. А я так походила, смотрю, Евы нет нигде, думаю, ну ладно. Ульян, я пытаюсь смотреть... Ева, не уйдёшь! Ева, куда же вы? Что же вы делаете? Сколько раз, и вот опять осталось чуть-чуть. Ульяна, ты-то зачем наверх пошла? Совсем чуть-чуть. Да. Так там же не видно, Ева, там же не видно. 0,75 видимость. Ты ж только успеваешь понять, что ты бежишь на человека, как не успеваешь развернуться. Так, а как можно еще усложнить жизнь предателя? Я думаю, что мы это в следующий раз, наверное, узнаем. На это видео все было супер круто. Да, ребят, мне очень понравилось играть в прятки в Among Us. Я не знаю, я очень хочу, чтобы мы поиграли еще раз, поэтому, ребят, пишите обязательно в комментариях, понравилось вам или нет, потому что я очень хочу вернуться сюда еще раз. Да, это точно, мне тоже зашло. А я хочу побыть наконец-то предателем. Ева, ну мы постараемся. Ну да, тем более уже рожки есть, осталось только стать предателем. Да. Да, ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока! 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 Пока!